В рамках форума «Карьера-29» в Северном Арктическом федеральном университете прошла ежегодная ярмарка вакансий. Середина июня – время не случайное. Совсем скоро выпускники университета, став дипломированными специалистами, выйдут на рынок труда. Нас интересуют молодые перспективные выпускники. Мы активно очень сотрудничаем с СФУ, поэтому у нас недостатка, в общем-то, и профессиональных кадрах СФУ нет. Да, то есть они приходят и говорят уже о том, что они были уже у нас на экскурсиях. То есть они уже даже с нами знакомы, некоторых мы даже сами узнаем. Ежегодная ярмарка организуется не только для студентов САФУ. На ней представлено более 60 предприятий работодателей, поэтому найти работу или заполнить анкету соискателя здесь может любой желающий. Обошла я, на самом деле, не очень много. У меня два высших образования, педагогическое и экономическое, поэтому рассматриваю разные сферы. Технический прогресс и новые технологии диктуют свои условия. Сегодня для трудоустройства на рабочие специальности требуется высокий уровень образования. Многие работодатели заявляют об этом уже не первый год. Сейчас новая пошла, как бы сказать, техника, да, на предприятиях, где уже нужны специалисты с специальностью, которая требуется именно высшего образования, но на рабочей должности. Это имеется в виду операторы там, машин, операторы там, станков каких-то с программным управлением. Почему бы и нет? Вот я знаю, что и на «Звездочке», и у нас на предприятии, не массово, конечно, но единичные случаи, когда выпускников и учащихся, которых мы заранее уже присматриваем, мы трудоустраиваем на работу. Для тех, кто еще не нашел работу, ярмарка предлагает весь спектр существующих вакансий, в том числе и гарантии государственной поддержки, которые предоставляются безработным гражданам в рамках федеральных программ. У нас в Центре занятости реализуются различные государственные программы, в том числе с материальной поддержкой для выпускников. То есть все мы знаем, что после окончания учебного заведения очень сложно бывает молодому человеку или девушке устроиться на работу. И Центр занятости способствует эффективному трудоустройству, в первую очередь, по полученной профессии. И еще предлагает поучаствовать в различных программах, чтобы выпускник получил, помимо первого опыта и адаптации на первом рабочем месте, еще и деньги государственные, это в виде материальной поддержки. Но главное преимущество ярмарки вакансий в том, что соискателю не нужно обращаться во множество организаций, тратя на это время. Все предложения в одном месте. При этом заинтересованные в трудоустройстве соискатели могут напрямую работодателю узнать о дополнительных требованиях к потенциальному сотруднику. Нужно где-то знание английского языка, где-то знание слесарного дела, хотя требуется инженер, вот, допустим, по оборудованию на трактора деталь. Но есть такие нюансы, которые только при личной беседе выясняются. Поэтому это очень важно, чтобы зря не терять время и работодателю на ненужных претендентов, и нашим студентам. Алексей Макеев, Сергей Земских, Дмитрий Коротов, медиа-центр САФУ «Арктический мост».